Всем привет, меня зовут Денис, и сейчас я вам покажу, как решать тригонометрические уравнения. И покажу сейчас, в данном уроке, покажу основную формулу решения тригонометрических уравнений для синусов. У синусов есть определенный предел. Вообще, у всех тригонометрических уравнений есть предел. То есть это больше или равняется. Синус больше или равняется минус единице. И меньше или равняется единице. То есть это обязательно. Если будет там синус x равняться 2, то розыски не существует. Нету, просто ответ. Вот ответ. Розыски не существует. Этого не может быть. Потому что на единичной окружности, оно же единично все-таки. Вот. Сейчас я покажу основную тригонометрическую формулу для синусов. То есть y равняется синус x, где y это a. То есть любое число, естественно, в этом промежутке, который я указал. X равняется минус единица в степени k, умноженное на арк синус арк синус а вот этого вот числа, и плюс пи к, где к принадлежит z. Это обязательно нужно записывать, потому что если вы это не запишете, k и z, кому принадлежит z, то это очень грубая ошибка, из-за которой вам могут, я не знаю, там снизить оценку или дебилом посчитать. Поэтому это реально очень важно. Вот такая вот формула основная для синусов. Сейчас я вам покажу какую-нибудь простую задачку для нее. Ну, например, 2x равняется... Так, ребят, я неправильно записал немножко задачку. Я поспешил немножко. То есть я уже начал к ответу. Синус 2x равняется, например, 1/2. Пользуемся этой формулой, то есть 2x равняется минус 1 в степени k умножить на арк синус 1/2 плюс пи к, к принадлежит z. Снова переписываем. 2x равняется минус 1 в степени k. Арк синус 1/2 это пи на 6, пи на 6 плюс пи к. К принадлежит z. Как я узнал, что такое арк синус 1/2? Это по таблице синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов. То есть синус... смотрите, синус пи на 6 это синус 30. Синус 30 это 1/2. То есть арк синус 1/2. То есть это обратное синусу. Арк синус это обратное синусу. То есть если синус пи на 6 это 1/2, то арк синус 1/2 это пи на 6. Вот. Так, ладно, дальше. X равно минус единица в степени k делить на 12.
так как 2 умножить на 6, я двойку перенес сюда, в знаменатель, плюс пи на 2 умножить на k. k принадлежит z. Все, это ответ. Вот эти вот двое нельзя складывать, так как здесь пи на 12, а здесь пи на 2k. То есть, если бы здесь не было бы k, тогда можно было соединять. Если бы здесь было бы k, тоже можно было бы соединять. То есть, здесь я вот так вот. То есть, вот это и есть ответ. Вот он. Вот это вот ответ. Я думаю, на этом все. В следующем ролике я покажу частные случаи для синусов, как их тоже решать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.